А у меня будет картина «Одинокий стул». Знаете, ну что, плохо разве? Простор, гуляй не хочу, комната большая, танцуй, так, стульчик. Что мне надо? Простынку кинул, переспал. Ну, зато просторно. Нравится? Мне тоже. Неплохо, неплохо. Так, что я собираюсь делать? Я собираюсь омыть двери. Мне надо помыть дверь. Ну, не тадить. Так, могу сюда. Так, помыть двери. Тут у меня уже все вымыто, полы вымытые. Теперь правильно? Правильно. Ну что, деньги на кармане лучше. А так что, мебель заставляй. Правильно вы говорите? Что много будет пыли, нафига нам не надо. Еще и уборкой заниматься, господи. Что это так взлохматилось? Так. А, ведерко. Сказал Юлия Анатольевна. Так, так, так. Сейчас я наберу водички. Все, принимаю. Положу. Моя ведерко. И дальше работать. Так, воды набрала. Мой любимый. Мистер Мускул, мне сказали проверить, это хоть для, да, это для полов все. А не важно, моющее средство, но и в Африке моющее средство. Достаточно. Все, крышечка на место. Так, ведерко взяли и пошли. О, не только себя приучаю к работе, но и всех смотрящих. Так, закрыть, открыть. Помою дверь, чтобы было чисто. Остальное не важно. Не, ну нафига и правда мебель.
ту мебель, ну, тем более я ходила, смотрела, все такое дорогущее. Не знаю, я так Ларисе говорю, не каждый диван меня может выдержать. Это надо какой-то диван с какими-то такими железными креплениями. А то все, так вот, купишь, сломается и все. Тем более сейчас лето, сейчас жара такая. Простынку кинул и нормально. О, стол есть, не хочу покупать я этот идет. Мебли всякие. Так, мне надо тряпка. Так, сейчас я пойду тряпочку возьму. Нашла себе тряпочку. Дверки, шов, мебель, диваны, дорогущие, шов в мебели, бывшие шов в мебели, ну и бывшие, я имею в виду, упал в употребление уже. Я посмотрела, на них садится, он качается вот так вот. Шо это за диван? Это не диван. Кровати нормальных нет. Какие-то на репах. Нафиг вам не надо? Я не хочу. Я Ларису так говорю, я не хочу. Ты хочешь, что ты бери. Диван еще хочешь, а я нет. Так хоть поешь. Нормально. На продукты. Тут на продукты деньги. Дорожает же. Двери чистые.